В Троицкой области расположено 697 памятников архитектуры, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей. В 2020 году на 31 объекте проводились реставрационно-восстановительные работы. И из них это 5 замковых комплексов. Всего в Гродненской области 9 замков, сохранившихся в разной степени, но на 5 из них велись работы. Вот, значит, по старому замку в текущем году планируется открытие музейной экспозиции по первой очереди. Завершается, проводится этап музеификации башни Гольшанского замка. Открыта экспозиция в юго-западной башни Лисского замка. То есть за 2020 год на замковых комплексах проводилось очень много работ. Ну и консервационные работы проводились на Крепском и укрепление склонов на Новогрудском замках. На 2021 год планируется продолжить работы по Гольшанскому замку, реставрационные, по второй очереди старого замка. Планируется продолжить работу на усадебно-замковом комплексе Связк и усадьбе Агинских в Залесье Сморгонского района. В этом году на усадьбе Вангинских, то есть на протяжении 14 лет там ведутся работы, планируется провести, восстановить конюшню, в которой будут содержаться лошади, которые были у нас приобретены в 2018 году, по проекту трансграничного сотрудничества.